Здравствуйте, наши зрители, подписчики нашего канала. С вами Альберт и Булат. Мы продолжаем играть Dead Space 3. У нас была заминочка, запиночка. Мы давно не играли, потому что у нас были другие проекты. Мы играли Dead Island, Fear. И мы теперь продолжаем. Докончим, думаю, Dead Space 3. Вам, думаю, будет очень интересно. Да, Альберт? Я думаю, да, даже более чем интересно. Привет, дорогие друзья. Сейчас мы, короче, тут всех практически уже завалили, перевалили. Да, мы прошли корабль Грилли, Ронок и Брусилов вроде, да, и теперь нам путь на Терранову. Да, вот смотрите, вот вообще пипец, да. Ну, вид шикарный, шикарный. Прямо взять такие, охоту, да? Короче, достать рюкзак, вытащить оттуда какую-нибудь... Бугер постелить здесь и сделать пикник. Шикарный вид. Но мы садим. Так, все, давай, Альберт, ты веди, я сзади. Окей. Так, ну это наша капсула такая транспортная, которая перемещает нас. Нам предстоит много глюков и боли впереди. Так, Терранова. Окей. Гоу. Сверхзвуковой прыжок. Это не вовремя переключаешься. Жесть. Вообще, по истечении Dead Space 3 вам еще будет такой маленький этот торт, можно сказать. Мы еще DLC пройдем на него. DLC на Dead Space 3? Да. Да, там, в принципе, оно небольшое, где-то час занимает, но очень интересное, так что ждите с нетерпением. И маленький такой спойлер могу сказать. Через неделю вас ждет очень интересный проект. Вы его увидите. Будет смешно и угарный, по трэшу. Ну ты понял, о чем я говорю. Ну да. Так, так, куда идти? К челноку. They were going to pop it out. Great. So basically, nobody knows. There must be more detailed shipping records somewhere. I'll take a look around the ship. Поищем. Так, вот. Ну кроме тараканов, да. Монстров всяких, такие брутальные мужики с брутальными. Так. Так, оп. Приготовься, Так, карта. О, блядь. Вау, вау, кто это? Где? Не знаю, но я уже очкую. Потрошки, потрошки. Так. У нас же два вида оружия, да? Да, я уже сам забыл, где чё. Сейчас вообще забыл. Лифт? Нет. Да, лифт. А, у меня вон. Нам какой? Автомат. Куда есть? Вниз, вверх? Есть вниз, вверх. А, оп, стоп, 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 стоп. Второй человек. А чё ты гардероб ты не зашел? Да мазафак, пошли потом. Ладно. Ну давай сначала вниз, посмотрим, что там. Нет, здесь мы есть? И так внизу. То есть мы были на первом, сейчас едем на второй, а третий почему-то закрыт. Походу дело на третий пешкодряпом. Фу, Альберт, костюм смени, не очень, не идет тебе. Как не идет, ты че? Ну это мой красный, смотри как. Брутальный такой парень. Красный бабский какой-то. Бабский костюм, да? Так, оп. Тихо. Не притворяйся давай. Слушай, а как... Потихоньку вспоминаем управление. Питание переведено в резервный режим. Погрузчик обесточен. О, музончик. Музяка, чё, по-любому. Так, давай я прочитаю. Кого читаешь? А, уже говорят. Принято, Вэл. Называй меня командир, Пэм. Как скажешь, сладко. Опа. Сейчас начнется. Не-не-не, подожди. Okay, everyone, time to shake the lead out. Sikowski.
What the fuck? Да я тупо. Kettle, report to Cradle Locked. This is your show now. Let's deploy the ships. Recording off. Понятно, что ничего не понятно. Пошли дальше. Нет, ну здесь найден артефакт, нам надо его прочитать. Тихо, тихо. А вон там уже у нас гости. Э? Давай, читай. Тик. Я пока прикрою твою черную жопу. Да все, я все отдаю, а? Ну ладно. Не будем отвлекаться, идем дальше. Тут еще музыка такая еще играет, да? Да-да-да. Так, темп стрельбы, отлично. Хорошо. Прикрывай меня. От кого, мать его-то? Давай ломай, живей. Ломай, ломай, ломай. Готово. О, не хватит. It looks like our shuttle's in the aft section. Запустил корабль. I'm updating our locators now. Okay, just tell me it'll get us to the nearest shipping lane. If we can get it spaceworthy again. Judging from the diagnostic, it's a real piece of shit. We can get it to work, can't we? We're swimming in a sea of spare parts. I can get it to fly. Yeah, sure. We'll make this work. То есть мы сейчас будем, блин, ремонтировать эту хрень, как всегда? Ну, наверное. Нас первого тараканов смотрит, смотрим. Ну вот и кровь пошла. Кровище! Вот и все. Я так. Не хочу умирать, я еще молод. Ты не очкуй ты. Так. Тихо, 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 блядь. Ништяки подбираем. Блядь, попал, кто это? Это знаешь, голос из персподи. Да. Вообще пипец. Бравый автомат, блядь. Так, я первый спускаюсь, прикрывай меня. Давай. Чисто? Чисто. Я иду. Иду к тебе. Блядь, как спускаться? Как спускаться? Ты уйди, ты заблокировал. Я ушел уже, ушел. Думаю, что за херня не... Становится слева. Тихо, слева, слева, слева. Снова. Еще один. Нормально? Да не кипишу, все нормально. А где они? А, они на земле бегают. Не, ну дробаш, конечно, блин, ближе, только ближе к дистанции рулит. Зато, блин, как чпукает, а? О! А вот и дробаш. Смотри, вы как откинуло. Мать его. Такую вот. Жесть просто. Просто жесть. Нет, я с автоматом похожу. Нет, у меня автомат что-то не прикалывает. Ну, посмотрим, дальше будет оружие по апгрейд. Там мы выберем. Все, го вниз. Вау. Даже меня. Ближе подойди, чтобы я дробаша достал. Ближе назад. Говно. Так нечестно. А, блядь, дурацу. Я даже не заметил, что они впереди. Ну он сзади на пол. Почему ты именно меня ждал? Блять, бочка в тектуру застряла. Да ну. Да вон не выйдет. А, вот. Так, отлично. Правильно. Вася, теперь ты вперед иди. Фух, сейчас. О, что-то я внизу чувствую, будет боль. Да? Вообще. Я сейчас спущусь и быстро поднимусь. Вау. А, у меня идет. А, мы этого. А, это робот, походу, какой-то. Да, ух ты, старенький бот. Будет весьма кстати. Так,
сказал чик-чик-чик. О, нихрена, это у меня теперь оружие. Не зря я первый пошел. Не-не-не, походу не оружие. Как? Вон же. Болт. Так, нажмите. На три. На три? А, его можно отправлять. Чтобы что он делал? А, чтобы он нежки ловил. Да, ресурсы собирал. Так что отпускай его. О, круто, вообще круто. И чё, где он? А он там, походу, придет потом. Ладно, хер с ним. А, вот. К станку подойдем, вот сам придет. Выгрузить, да, все. Да. Чё-то не похоже. Надо его забрать. Нет? Блять, ну ты чё творишь-то? Воу, сори, сори, сори. Мать его знать. О! Во-во-во-во! Вот оно! Тихо, сзади! Сзади, сзади, сзади! Да ты уж сам все сделал. Ну так, дробашульт, я же говорю. Ребята, ну это вообще... Никакая атмосфера в Dead Space не заменит, да, пока? На сегодняшний. Ну это да. Где? Все, готов. Гоу-гоу-гоу, все. Ты мне мешаешь, сблокируй. Слушай, я тебе не мешаю. Блять, блять. Да не ори ты, чё? Блять. Где это? Да Зигль. На каком языке он говорит? Кто-то остался. Там никого нету, чё ты орёшь? Ну, слушай. Так. Перед смертные стоны. Не мой рабаш. О! Оу! Обрадовался станок. Альберт, готовься! Готовься! Компания. Вот сюда. Блять, это хрен на мне. Все, 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 все. Вроде. Да? Все. Вроде все. Итак, Терра Нова, младший лейтенант Чарльз Сековский. Сэм, ты должен это видеть. Снимок от Тима Кофмана. Поверхности планеты, это то, о чем я подумал. Капитан-лейтенант Сэм Киттл, ты со всем умом тронулся, да, капитан? Тебе голову открутить. Если узнает, что ты разглашаешь конфиденциальную информацию вроде этой, младший лейтенант Чарльз, как-то по-твоему из-за этого у нас всех притащили? Капитан-лейтенант Сэм Киттл, Сековский, не суй в это твой нос, меньше знаешь, крепче спишь, поверь на слово. Конец сообщения. Вот так вот. Все продолжалось, и все закончилось плохо на этой станции. Вот нехрен сувать. Так, апгрейд, это самое так, лучшее. Ну давайте мы сейчас быстро апгрейдим. Так, что, мы все апгрейд небольшой сделали, в принципе. Идем дальше. Готовы идти дальше. Так, после тебя. Окей, у меня... Супер дробаш, так что вот так вот, и нету. Вот так вот, и нету. Эй, чё ты там пукаешь-то? Убери свою куколку, вставай. Все окей. Передняя станция. О-о-о. Жирная тварь, если он взорвётся, нам хана. Вон ещё одна жирная тварь. Мочи, мочи, мои. Блять, помоги! Да я сам отбиваюсь! На твою мать! Да. Но. Парни, да. Успел. Что здесь у нас? Потрошки. Аптечку. Блин, аптечку как-то использовать? Ну, Q. Q! Есть, отлично. Вообще все забыл. Ааа!
чё там? Пацанчик, помогай. Конечно. Отлично. А там что было? Металлический предмет? О, цепь. В смысле, цепь не могу взять. Почему? Инвентарь полный. Ну, надо что-то убрать. Используй аптечку или что-нибудь выкини. Я взял. Молодец. Плюс перезаряд, то плюс урон. Да блин. Все. Ну, нажимай. Ты эту хрень что? Да, я нажал. А, вот же дверь открылась. Гоу. Лесенька. Безрядка. О, бож ждет на станке. Кто здесь? Я тебя жду. Я уже поднялся. Пока тишина. Здесь ящик есть. Нём-няшка. Я взял. Справа, да? Мелочь, блин, поганая. Блин, вот это говно. Вообще ненавижу это говно. Убил? Да. Нет, что-то он же был. Риск не проходи. Он сюда удар убивает. Похоже, живи, что здесь будет. Жесть. Ну все, готово. Вау, взяли что-то ништяк какой-то. Опа. Оп, опять. О, лифт. Теперь на третий, да? Не знаю, нажал, куда-то едем. Ну, судя по стрелке, да, наверх. А может вниз? Да нет, наверное. Сзади! Эй, ты меня не испугаешь. Ништяки. О, нам придется опять, блин, плыть. Так, командир. Командир, вы там? Там. Okay. I see the problem now. Someone left a bunch of cargo on the tracks. Can you clear it? I should be able to. I'll get to that shuttle in aft section one way or another. Блин, идти или что? Ты где? Все, все, выхожу, выхожу. Ты меня там спасай. Блин, я же... А, у тебя сейчас самая жопа начнется. Давай быстрее взламывай. Да что? Блин, здесь вообще жопа. Ну, ты держи оборону. Блин, вообще! Быстрее, Альберт! Есть! Быстрее! Меня сейчас завалят! Да я пытаюсь, пытаюсь! Я штуки сделал, держись! Быстрее! Че ты моешь? Три штуки сделал. Еще две штуки осталось. Здесь. У, это было жестко. Еще не все. Они еще идут. Я знаю. Давай. Я бью! Да я вижу! Блин, меня сейчас завалят! Держись, держись! Давай быстрей! Покинь, что ты делаешь? Да я что делаю? Все! Я успел! Я пришел! Держись, быстрей!
хватит. Да я уже завалил всех. Я тебя спас. Сзади, сзади. Мне стазиса надо подзарядиться. Это я жопу прикрывал, блин. Фух, блядь. Ух, это было жестко, да. А вот представь, что дальше будет. Мясо. Мясо. Так, ну давайте, наверное, на этом мы закончим эту эпичную серию. Так, а что, кстати, нам сейчас что сказали-то, я чуть не понял. Обратно вернуться теперь? Да, нам обратно надо, уже в другой блок. А, окей. Ну, дорогие друзья, с вами был Альберт и Булат. Вот. Ставим лайки, пишем комментарии, кому как понравилось. Пишите, что не понравилось, пишите, что понравилось. Да, конечно. Всем пока. Пока-пока.